все у моего соседа Вовки получается лучше, чем у меня. Тетрадочки чистенькие. Оценочки хорошие. У, отличник. Сейчас я все исправлю. Разбита любимая мамина ваза, и папа сердито грозится ремнем. Лучше не ждать, а исправить все сразу. С радостью комнату ты прибери, прощенье у всех не забудь, попроси, не нужно грустить, и помни всегда, исправить ошибку есть шанс у тебя. Жил на свете мальчик Вася. Рисовать он не умел. Только в конкурсе награду получить он захотел.
этой вот награды Вася совершил обман. Взял рисунок у соседа, ну, а попросту украл. Обман наружу выйдет, как ни прячь его, друзья. Честным быть намного лучше, а чужого брать нельзя. Папа – капитан дальнего плавания. Очень дальнего. Поэтому мы скучаем и считаем дни до его возвращения. Скоро папа вернется. Это папа! Ну, конечно! Мама первой схватила трубку. Кажется, с папой что-то случилось. Шторм? Ураган? Мы решили ждать звонка. Очень трудно ждать, когда хочется бежать на помощь. Но помочь папе может только Бог. Что мы можем надеяться на Бога. Он точно не подведет и утихомирит бурю. Ура! Папа вернулся, живой и веселый. Наша надежда не была напрасной. Спасибо тебе, Боже!
Извините, я не сделал. Я забыл.